Вячеслав Аркадьевич, помните свое первое знакомство с хоккеем? Как это было вообще? Любовь с первого взгляда? Возможно. Первый контакт был визуальный. Это когда в Челябинске показывали чемпионат мира, и мы собирались у моего друга, у Юрки Чуркина, дома, так как у него телевизор только у одного был. И вечером где-то в 1:00 ночи чемпионат мира смотрели. Это какой год? О, это в 60-х. В 60-х. И тогда молодой парнишка, просто смотря телевизор, видя игру, таких как Фирсов, потом Якушев, Полупановы, Старшиновы, и Палыч Рагулин. Ну, то есть та плеяда, то поколение, которое просто дало возможность молодому пацану влюбиться в эту игру. И с тех пор я из нее не выхожу. Ну, в отличие, скажем, от ваших многих коллег в сборной, по вашим клубам, которые начинали свой хоккей в спортивных школах, да, вы прошли и заводскую, и вузовскую команду, и второй состав, вернее, дубль «Трактор», только потом уже команду мастеров. Это что, карабканье в гору было или все-таки поступательное развитие? Все ступени нашего хоккейного сообщества. Да, действительно, так и произошло. Я думаю, что с одной стороны у меня ординарная судьба, а с другой стороны неординарная, потому что ни в какие сборные команды, ни юношеские, ни молодежные, я никогда не входил. И мой путь к Олимпу, он прошел через все ступени нашего хоккейного сообщества. Но потом так быстро все произошло, что за короткий период, буквально, наверное, за 3 года, от мальчишки, который, ну, пацана неизвестного, стал чемпионом мира. И я с удовольствием рассказываю эту историю, эту этот интересный сюжет детям, которые, может быть, невысокого роста, щуплые, худенькие, родителям, говоря о том, что если есть желание, если есть страсть, и если есть любовь к тому, что ты делаешь, то всего можно добиться. А можно сказать, что вот ваш неповторимый стиль игры, он вырабатывался именно вот в заводской команде? С крупными мужиками заводчанами приходилось играть, и уходить от столкновения? Ну, на самом деле это так. Надо сказать, что я росточком-то невысок, 1,72 с половиной, поэтому в классе всегда был последний по росту. И когда проходили какие-то мероприятия спортивные, и будь то игры, футбол, баскетбол, хоккей или другие, то, или бег, кросс, лыжи, то нужно было за счет других каких-то качеств находить возможность обыгрывать или побеждать, или, ну, преодолевать все эти трудности и обыгрывать больших. То есть характер закалялся, видимо, с этого возраста, что так просто тебе ничего не дается, и когда большие, нужно иметь что-то другое, другие качества, чтобы можно было также получать удовольствие от того, что ты выиграл. Поэтому можно сказать, что да, с детского возраста, с калибра, калибр, кстати, завод мерительных инструментов, бывший московский, во время войны эвакуирован был в Челябинск. И вот на коробке этого завода мы делали первые шаги с моим другом, с моими друзьями. Потом была студенческая команда «Сельхозвузовец», где тренировал Николай Семенович Сидоренко, известный заслуженный тренер был Советского Союза, который воспитывал многие поколения на тот момент. Было большое желание большое желание и действительно страсть, вот эта любовь с первого взгляда, которую мне посчастливилось ухватить, оно продолжалось. И стремление идти выше, добиваться других задач, оно с каждым годом усиливалось, если можно так сказать. И в какой-то прекрасный момент был, не в прекрасный момент, а в возрасте, по-моему, 18-19 лет был финал чемпионата Союза среди молодежных команд. И команда «Трактор» ехала на этот финал, и нас с другом пригласили участвовать в этом финале. Боря, секундочку. Хлопаю? Не-не-не, мы не прерывались. Получается, что пригласили как на усиление, да? Понимаешь, мне сложно сказать, это усиление или нет, но на тот момент эта команда год или два года назад на юношеском уровне они завоевали золотые медали. И ехали, теперь через 3 года практически та же команда ехала на финал страны, и сказать, что 2 человек взяли на усиление, я бы не решился, так сказать. Ну, может быть, укомплектовать более, ну, 5-ки, что ли. Проверить. А может быть, проверить в деле, да. Ну и так получилось, что я стал одним из лучших бомбардиров турнира, и на заседании в конце сезона тренер этой команды порекомендовал в команду «Металлург». Сейчас это дочерний, сейчас это Челмет. Тренировал эту команду Петр Васильевич Дубровин, великий тренер. И вот мне по жизни эмоции захлестывают. Ничего, нормально. По жизни просто везет на хороших людей, на хороших партнеров. И на тот момент я попал в команду «Металлург», и Петр Васильевич Дубровин увидел во мне какие-то задатки и поставил в первое звено вместе с Борисом Молчаном. Белокопытов был, Коля, нет, потом плеяда таких превосходных людей. И вдруг у меня что-то получалось. И за 1 год мы наколотили с Борьком Молчаном, каждый, по-моему, у меня 51, у него 52 шайбы за сезон, и стали тоже одним из лучших бомбардиров. И на конец сезона нас пригласили в «Трактор» уже на 3 матча. Там я забил 2 гола, и на следующий год меня пригласили уже кандидатом в основной состав «Трактора» на проверку вначале, то есть на сборы, чтобы проверить потенциал молодого игрока. Я попал к Геннадию Федоровичу Цыгурову, который тоже что-то во мне увидел. Поставил в первое звено с Валерой Белоусовым. На тот момент Паша Изовских и Николай Макаров в обороне. Это, ну, об этом можно было только мечтать. И заладилось. Через 2 года ЦСКА меня забрал, как я не упирался. Если после 1-го года я где-то спрятался за счет сельскохозяйственного института, то на 2-й год мне сказали: или ты сейчас уедешь далеко-далеко, или ты приезжаешь к нам. Ну и с благословением Геннадия Федоровича и всей команды я попал в команду ЦСКА и, соответственно, в сборную команду, и стал чемпионом мира. То есть вот эта дорожка, она заняла буквально вот, ну, всего-то ничего из пацана, который был, играл в студенческой команде и дошел до чемпиона мира. То есть все возможно. Андрей Соколов, актер, рассказывал, как... Мой хороший друг. Да, как ему отец, не было инвентаря в те годы, ну вот сейчас, 53 года, то есть это где-то, наверное, это 10 лет, наверное, скажем, 70 лет. Да? Ему подарил Александр Сидельников решетку для маски. Отец взял шахтерский шлем и соорудил ему вратарский шлем. Это в музей надо. Да. Украли на первой же выездной игре. А вот как в вашей юности решался вопрос с инвентарем каким-то? Тогда, да, в 60-е годы и в магазинах-то ничего не было, что касается экипировки или там клюшек. Благо, что в клубе выдавали экипировку, но экипировку выдавали после старших, после того, как она уже устаревшая, все спускали вниз туда детям, и сначала молодежной, потом детская, а потом только мальчикам. Ну и вот нам доставалась эта экипировка, штаны, ну, взрослых мужчин, хоккейные трусы, панцирь, локотники, коньки. У меня первый раз были на 5 или 6 размеров больше, туда ваты, бумаги. Пацанами мы еще вместо щитков учебники закладывали. А хоккейные трусы я первый раз одел, когда мне было 15 лет уже. А панцирь, да, то есть нагрудник, одел лет в 17, наверное. До этого, ну, просто их не было, и играли так. Но это не мешало все равно любить то дело, которым занимались. А как этот размер ушивали, что ли, да? У меня отец, царство ему небесное, он был профессиональный портной. На проспекте Ленина было ателье рядом с магазином «Золотой ключик», где частенько захаживал и все сладости, которые были, потихонечку испробовал. Ну и благо отец был портной, за ночь мог комплект сшить. То есть мерил человека, приносили ткань, он за счет лекал дома все это делал, разрезал, и на зингере всю ночь комплект был готов. Я сам лично видел, я просто изумлялся. И вот он... Нет, тройку. Костюм тройку. Да, да. И, естественно, он обшивал и меня, и мою сестру, и, безусловно, всю экипировку, которую я приносил. Благо, он-то знал, и все нам подшивал так, что было удобно и комфортно. Это вот мне повезло в этом плане. Ну... Папа любил еще и стиль носить. Хорошая вещь? Да. Правильно носить. Помню, когда, ну, ты, наверное, помнишь, клеш пошел. И я говорю, мне надо 41. Он так раз посмотрел, у меня нога-то маленькая. Нет, тебе надо 37. Я говорю, нет, сделай мне 41. Нет, надо 37. Я говорю, пап, ну я хочу, сделай. А там же можно было от бедра или от коленки еще. Он говорит, ладно, сделаю. Все равно делал 37. Как нужно. И сидело все, конечно, идеально. Ну и, конечно, это... прививалась к хорошему, к вкусу. Ну, а правило один раз отмерь, или 7 раз отмерь, один раз. Это тоже от него, да, безусловно, безусловно. Несколько раз это от него пошло ко мне, действительно, что Славка, прежде чем ты что-то скажешь или что-то сделаешь, вот ты знаешь, вот у нас, у портных, вот ты резанул, и все. Ты не сможешь потом это сшить. Лучше ты 7 раз отмерь, так или не так. А то вдруг ошибся. А потом уже то же самое и в жизни. И второй момент, это хороший совет мне по жизни. Далее это ставить себя на место визави, чтобы понять человека, который напротив. Его реакцию, его мысли, его решения, его жесты, его вообще его поведение. И тогда проще становится потом строить взаимоотношения тоже и все делать корректно. Этап карьеры в ЦСКА. Правда, что приезжали аж 3 полковника забирать Вячеслава, вернее, призывать Вячеслава Быкова в армию? Нет, это уже легенды какие-то. На самом деле это Борис Моисеевич Шагас, который был селекционером команды ЦСКА и сборной команды, который помогал Виктору Васильевичу Тихону. Он, видимо, рекомендовал меня как молодого перспективного игрока. И после первого года выступления в команде «Трактор» он уже подходил ко мне и спрашивал, хотел бы ли я перейти в команду ЦСКА. На что, конечно, это было что-то... услышать такое, что тебя кто-то заметил, но у меня не было даже и мысли, что я мог уехать из Челябинска, из «Трактора», который дал мне возможность. Я говорю, я ни в какую Москву не собираюсь ехать, я играю в команде «Трактор», учусь в сельскохозяйственном институте, и тем более мне тренер дал возможность играть, и я не могу так поступить. Я рассказал это Геннадию Федоровичу Цыгурову. Он мне посоветовал, что нужно, в первую очередь, это, конечно, прельщает, что тебя заметили, но важно окрепнуть. После первого сезона нужно повторить тот успех, который ты имеешь, чтобы действительно ты понял, что есть потенциал для того, чтобы сделать шаг вперед. И для меня это старший сказал, сделал. Поэтому первый год и мы договорились, и я остался. На второй год та же самая ситуация. Борис Моисеевич приехал. Там уже немножко и военкомат подключили. Когда я начал снова ту же самую историю им объяснять, что я в институте, у меня военная кафедра, и я спокойно могу играть еще и выпуститься офицером и без всяких проблем. И мне нравится в Челябинске, это мой дом, и моя команда, и я хочу и здесь играть. На что мне просто дали понять, что или ты едешь куда-то в Сибирь, в какую-нибудь роту, что тоже почетно. Но тогда я хоккей бы тогда все, то есть забыл бы о хоккее и сказал, я говорю, я не могу так поступить, потому что я должен разговаривать с Геннадием Федоровичем, потому что он главный тренер, и мы обязаны. То есть после этого разговора мы нашли ну, взаимопонимание, что ли, и то есть с его благословения и с пожеланиями меня послали пробовать свои силы в команде, легендарной в команде ЦСКА. Так все-таки чем запомнился вот этот этап карьеры? Армейский — это уникальный опыт, уникальный шанс и уникальная история, которая дала мне возможность стать действительно профессиональным хоккеистом, не принижая заслуг «Трактора». Там это первые были шаги, где те же игроки, и Коля Макаров, и Валера Белоусов, которые мне также многое дали вместе с Геннадием Федоровичем, но в команде ЦСКА это другой был уровень, другие требования, другая атмосфера, все было другое. И на тот момент, чтобы попасть в ту команду, это нужно было действительно, ну, пахать. Нагрузки действительно были гигантские, да? Да. Очень серьезные нагрузки, и вот эти тесты, которые нужно было пройти и попасть в состав, потому что никто гарантии тебе не давал, что ты поехал, тебя взяли в ЦСКА, и ты будешь играть. На тот момент, когда меня пригласили, было 30 человек молодых, перспективных, на, может быть, там 2-3 места. Да, помимо первой команды. Потом уже основная команда присоединялась, а до этого мы были отдельно новички, которых тестировали, проверяли по-всякому, потом и на льду также. И это было такое тест на выживание, если так можно грубо выразиться, чтобы тренер понял, что он понял, что этот человек, этот игрок, он способен быть членом команды ЦСКА, где уровень и требования очень высокие по всем параметрам. Физических кондиций, психологических, эмоциональных, внутреннего резерва, характер. То есть очень множество. Но благо, что Коля Макаров как из рук в руки передал к Сергею Макарову, который играл там. Там был Сережа Стариков, Сережа Бабинов, Саша Тыжных, это челябинское поколение, челябинская диаспора, которая ну, поддержала в какой-то момент. Я у Сергея жил долго дома. Вообще атмосфера была такая очень дружественная. Потом были другие ребята приглашены. И то поколение, которое пришло в ЦСКА, мы были близки друг к другу. И но и те ветераны, Виктор Жлуктов, Саша Лобанов, которые были уже в фаворе и такие пробитые ветераны, звери, хоккея, чемпионы, давали вот этот вот опыт. Проверяли сначала на характер, как и в любом коллективе, но потом и поддерживали. Это уникальная школа, которую я прошел. Это я бы любому посоветовал, пожелал бы иметь такую школу. Кстати, вот история повторяется. Тот же Сережа Гончар, когда только Женя Малкин приехал в КХЛ, да, уже полгода, почти весь сезон жил в Лугу Сергея. И когда мы приехали к ним с Игорем Захаркиным, посмотреть в течение сезона, ну и пообщаться с НХЛовцами, чтобы рассказать наши планы по сборной и пригласить их в случае, если объяснить нашу философию, наше видение. Как раз они проживали в этом доме, и мы с ними в пинг-понг играли, в теннис вместе. Действительно, это хорошая традиция передачи поколению своего навыка и тех традиций, которые устоялись. Тем более в НХЛ, когда новичок приходит, а Сергей, он уже был тогда старожил, это всегда поддержка молодому перспективному игроку. Как вот можно в нескольких словах объяснить, что такое дружба? Дружба — это когда ты можешь подставить спину, и ты за нее спокойно. Ваша тройка легендарная. Как это ждать? Вначале я играл с Мишей Васильевым, Саша Герасимов, Виктор Васильевич пробовал в этом сочетании. Андрей Хамутов играл тогда с Виктором Жлуктовым и Сашей Лобановым, если я не ошибаюсь. Но постепенно он начал к нам подставлять тоже Андрея. И вот мы вчетвером часто крутились. Но так как я был центральный нападающий, то в основном крайний нападающий со мной и работали. Он искал сочетания, которые будут наиболее перспективные и эффективные. Поэтому первый чемпионат мира в сборной команде Миша Васильев был слева, а справа был легендарнейший спортсмен, хоккеист и великий человек, это Александр Мальцев. Но об этом можно было только мечтать. В 1983 год. Ну, потом постепенно Виктор Васильевич начал больше подставлять. На тот момент Виктор Жлуктов уже заканчивал спортивную карьеру, и нас попробовали в сочетании с Андреем Хамутовым. После этого как-то постоянно были вместе, и потом уже и вплоть до окончания спортивной карьеры мы играли вместе. То есть нам дали возможность найти друг друга как партнеров. И это большое счастье — найти партнера, с кем ты будешь играть с закрытыми глазами. А в 1986 году на чемпионате мира в Москве Виктор Васильевич попробовал наше сочетание сначала Юру Хмылева, праворукого, потому что, чтобы действительно комфортно было и эффективно, праворукий как раз подходил, чтобы с разных краев. Замечательные хоккеисты, мы моментально нашли взаимопонимание и с полуслова понимали на льду, с взгляда. Валера играл на тот момент в другом сочетании. И потом, по-моему, Юра получил то ли травму, то ли еще что-то. И попробовали Валеру Каменского. И буквально раз и с листа. Задача центрального нападающего — играть на сильных сторонах твоих партнеров. То есть выявить его сильные стороны, прочувствовать и за счет этого и сервировать. То есть дать возможность раскрыться твоему крайнему. И так как Андрея я уже больше знал, ну, мы постарались... Валер помладше, да. Но у нас дело в том, что в команде ЦСКА принцип уважения к партнеру, он был очень сильный. И поэтому мы очень быстро нашли взаимопонимание. И, кстати, Володя Константинов тоже в 1986 году играл с нами вместе в одной пятерке. И это было великолепно. Мы играли чуть ли не закрытыми глазами. Это ощущение, когда ты играешь, это что-то грандиозное. А битвы, когда на тренировках мы играли против первого звена. Никто же не хочет уступать. И в этих тренировочных процессах мы росли. Я думаю, что и мы где-то толкали наше первое звено, чтобы они не заснули, развивались еще семимильными шагами. И действительно, это была мировая пятерка. Но мы старались тоже не упустить свой шанс, зацепиться, уколоть, обыграть. Кто хочет проигрывать? Никто. И это давало такие грандиозные тренировочные матчи. Это было фантастика. В какой-то степени, да. Из 5 своих выигранных чемпионатов как игрок, какой можете отметить чемпионат мира? Все. Я не сторонник выделить один и забыть другой. Даже бронза, даже серебро, я считаю, что это не зря потраченные силы, здоровье и желание. И уважать в любом случае нужно, потому что ты вложил труд, любовь и надежду зрителей, поддержку их в конкретный момент. В каких-то чемпионатах лучше нам удавалось показывать результат, в каких-то меньше, но они все дороги. Когда ты дебютируешь, это больше запоминается, потому что это эмоции еще первые, потому что это первый раз. Это как первый раз одеть майку сборной команды Советского Союза и играть. Или стать первый раз чемпионом мира в составе. Но когда ты становишься чемпионом мира, и ты уже не как молодой, где ты подыгрывающую такую роль, не ту, которую хотелось бы вначале иметь, а когда ты уже лидер, и от тебя многое зависит, как ты поведешь, каким своим примером покажешь, как нужно работать. Это тоже разные эмоции, но они все равно все дороги. И я не могу разделить ни один, ни другой. Почему? Почему? Вот вы же были на тракте, как говорили Каменский, какой-то, в принципе, на тракте были привлекнуты, да? Да. И почему вы поехали все-таки в национальный хоккейный клуб, а выбрали спокойную Швейцарию? я воспитан в городе Челябинске, который тебе очень хорошо известен. На одной улице. Улица раньше была улица Ракетная, потом стала улица Татьянчевой. Да, 40-я внизу. Я через лес шел, через стадион все время. И я получил воспитание, и у меня все равно по жизни есть ценности, которые я не могу ни убрать, ни предать. И вот эти жизненные ценности, они мне дороги. Семья для меня это самая важная ценность, которая есть и которой я дорожу. Поэтому в 30 лет, когда нам предоставилась возможность выбора, где играть, я просто положил на баланс, взвесил все за и против, и жизнь в семье на тот момент, она преобладала другие какие-то ценности финансовые или еще какие-то. Потому что снова ехать в НХЛ и перелеты, не видеть семью, длительность, и после 10 лет жизни в профессиональном спорте в Советском Союзе, где ты постоянно жил на сборах и не видел семью, я не видел, как росли мои дети. Дочка пряталась за маму, когда я приходил домой и спрашивал, это кто? Это тяжело. И когда вот все это нужно было поставить на баланс, то выбор был достаточно простой. Мы с Андреем договорились, что куда бы мы ни пошли, мы идем двое. У Андрея та же самая, в принципе, ситуация. И поэтому в Швейцарии, благо мы последний год, 89-й год, мы часто общались в спортивных соревнованиях с клубами, видели, как они играют на уровне сборных команд тоже. И хоккей был неплохим. Конечно, не тот уровень, как, может быть, в Швеции или там, в Финляндии на тот момент, но он был неплохим. Это был не чисто канадский стиль, вбрасывай, беги, и не нужно было как ехать в НХЛ и тебя переучивают там, на их манер. Это один из моментов тоже, который был на весах. Я не хотел, чтобы меня кто-то переучивал играть в их хоккей, когда я привык играть в наш советский хоккей, и я хотел играть в него. При всем уважении к НХЛ, я анти-НХЛовец. Поэтому для меня семья – это самый важный момент в жизни, и было очень просто. А когда почувствовал себя тренером? До 40 лет, да. Да, в 40 лет я провел прощальный матч, куда пригласил многих своих бывших партнеров, и я им благодарен за то, что они приехали. И я был счастлив на тот момент. Перейдя в команду ЦСКА, мне пришлось поменять и обучение. То есть сельскохозяйственный институт я в силу обстоятельств не мог уже закончить, и после раздумий я перевелся в Санкт-Петербург, на тот момент Ленинград, военный институт физической культуры. На тот момент с третьего, по-моему, курса перешел на первый курс этого института спортивного. И закончил его, получил диплом, соответственно, с мыслью о том, что когда-то попробую эту профессию. Но есть же такое изречение, что не всегда бывший игрок может стать и тренером. Но в любом случае, после того, как я переехал работать в Швейцарию, то и там прошел тренерские курсы в течение 3 лет для того, чтобы посмотреть их методы обучения, каким образом, ну и было просто интересно. Получил там образование, диплом, а в 2000 году, когда закончил, то решил, не сжигая этапов, начать только с маленьких, с детей. И я очень рад, что я прошел эти ступени развития как тренера, как личности. Да. И советую, ну каждый по-своему выбирает, но я советую, чтобы ребят, которые хотят тренировать потом взрослых, пробовали тренировать сначала детей, потому что это намного сложнее, чем работа со взрослыми. Это то же самое, когда воспитание идет. Когда ты воспитываешь ребенка, если ты способен донести, объяснить, разъяснить, конечно, проще со взрослым, то есть ты, он понимаешь, что ты ошибку совершил, ты ему говоришь: на лавку иди, садись, следующую смену ты пропускаешь. Хотя я никогда так не говорю, но взрослому это понятно, потому что у него есть опыт жизненный уже. У ребенка нет этого опыта, и ты должен объяснять это ему. И это дает возможность самому прочувствовать, спуститься на его уровень. Спуститься на его уровень, это тоже помогает, когда ты работаешь и со взрослыми, тоже понять человека, встать на его место, что он может ощутить, что может ощущать ребенок, когда ты ему стараешься объяснить. И объяснить так доходчиво, чтобы он понял, вот тогда ему будет интересно с тобой. И эти этапы, они необходимы. У кого нет терпения, к сожалению, я не думаю, что он сможет построить те взаимоотношения, которые приведут его к такой взаимосвязи с командой, когда ты будешь чувствовать, как пульс у твоих ребят бьется. Это важный момент. И, ну, каждый делает свою судьбу своими руками, надеюсь. Из 5 лет работы со сборной России, что можно? Пик – это то, что мне дали возможность работать с национальной командой. Это уже пик карьеры любого тренера, любого специалиста. Работать с национальной командой – это почетно, это ответственно, но это очень интересно. И я считаю, это пик моей тренерской карьеры. В спортивном плане, в плане результата, здесь, конечно, хочется всегда любому тренеру, любому специалисту, любому игроку добиться того, чтобы ты был на ступеньке, которая самая высокая, чтобы тебе аплодировали, безусловно, и медальку другого, хорошей ценности одели на голову. Но в жизни бывает такое, что есть кочки, ямки, и когда ты попадаешь, можешь упасть. Но благо, что есть, ты можешь подняться и быть сильнее. И, конечно, поражения, которые ты получаешь, и без которых невозможно, они должны учить. Ты становишься мудрее, ты становишься изобретательнее, ты не соглашаешься с этим, а стараешься, независимо ни от чего, держа свою линию, улучшать качество. Как канадцам удалось очень просчитать после 2 больших априоров, сначала в 2008 году, в 2009 году, в 2010 году, как им удалось просчитать в России и тренеров быковой задачи? Канадцев мы всегда били, помимо Олимпийских игр. На Олимпийские игры они собрали своих сильнейших игроков на тот момент, и в конкретный этот день их невозможно было обыграть ни одной команде. Действительно, они были сильнее нас. Наверняка мы совершали ошибки, и мы как тренеры, я как главный тренер, и ребята имеют право на ошибку. Но наше психологическое состояние на тот момент, оно не дало бы нам, нашей команды в целом, их обыграть. Их психологическое состояние было выше, запредельное. И здесь, я считаю, это моя самая главная ошибка, что я не добился вот этого то вдохновение и то состояние игрока, Хотя мы говорим, что игрок он профессионал, он должен готовить себя и эмоционально тоже. Это тоже одна из ответственных его деталей. Но и здесь и наша задача его вывести на такое вдохновение, чтобы мы могли противостоять и переделать. Потому что русскому человеку присуща эта черта преодоления, когда уже ты не можешь, а ты можешь, что и показала Великая Отечественная война. Это присуще. Но вот нам на тот момент этого не удалось сделать. Это, я считаю, это наше самое главное на тот момент упущение, которое не дало нам возможность переломить все-таки поединок. Но я снимаю шляпу, на тот момент канадцы действительно по этим параметрам были нас сильнее. И здесь вот так. Может, на машину? Прервемся немножко. Давай. О чем? В 2007 году вы работали. Значит, в 1986 году как игрок завоевали золотую медаль. В 2007 году как тренер бронзовые награды. Этот вот тренер чемпионат Москвы, мира. Как эксперт и наблюдатель. Какая роль? Интересно. И та, и другая, она грандиозная. Как игрок, ты постоянно в экшен, то есть постоянно в игре, ты, от тебя воочию зависит, то есть ты попал в штангу рядом или в шнурок кому-то, или она в ворот залетела. И мне посчастливилось в 86-м быть игроком и добиться победы. В Москве это было грандиозно, это праздник, ну, великолепно. 2007 год, разные составляющие, разные эмоции, безусловно, и разная ответственность тоже. Здесь ты ответственен за твою команду, за твоих детей, которых там 25 человек, и вот надо было сделать так, объединить. Таким образом создать такую атмосферу, чтобы вместе с ними дойти до победы. И ощущения немножко разные. И, конечно, когда не получается, то это огорчение тоже, соответственно. А сейчас? Как болельщик... Я сейчас немножко раздваиваюсь, потому что, с одной стороны, я как болельщик, потом ловлю себя на слове, как смотрю уже как специалист, можно так назвать, наверное. Потом снова, то есть здесь я могу дать возможность своим эмоциям иметь место, как болельщик. Но как тренер и как игрок здесь важно их контролировать. Это разные, конечно, но я, конечно, я же с этими ребятами, с многими еще работал, поэтому для меня они не чужие, и хочется, конечно, чтобы и результат был, и мы выиграли, и все были счастливы. Нравится, что сравнивать сейчас вот тройку Шипачева, Панарина с... Если кто-то сравнивает, значит, они видели нашу тройку и видят сейчас, как эти ребята играют. Я тоже с удовольствием слежу за ними. И позапрошлый сезон, когда работал в ЦСКА, когда мы их объединили вместе и терпеливо ждали, когда они зацепятся за свою игру, а потом просто как любитель, даже работы на лавке, я просто восхищался их игрой. Ну, сравнивать, не знаю, мне сложно сказать. Конечно, мы тоже старались играть в конструктивный, импровизационный, веселый, зрелищный агрессивный, результативный хоккей, и так же, как и эта тройка, одинаковое тоже то, что и у нас, и у них, праворуки и два леворуких. Есть челябинские парнишки, уральский парнишка тоже. Ну, мне сложно сказать, я просто любуюсь, когда они играют. Я думаю, что многие болельщики сейчас тоже, им тоже симпатична эта тройка. Но я хочу сказать, что мне симпатична вообще в целом вся команда, потому что там есть гениальные игроки, как Паша Дацюк. Ну, это уникум какой-то в хоккее, уральский. Саша Овечкин – это вообще посол России, посол хоккея, так же, как и Паша. И другие игроки высочайшего уровня, как Сережа Бобровский, превосходный вратарь, как новый сейчас вратарь Сорокин. Он напоминает, когда в свое время Третьяка в ЦСКА молодым привлекали. Да. Тут Димка Квартальнов, мой друг, молодчик, и привет ему, дал возможность и поверил, поставил молодого пацана, и вплоть до финала, и он вырос вратаря сборной. И вообще эта сборная очень симпатична. Есть молодые ребята из Новосибирска. Первый раз, наверное, из Новосибирска попал игрок в сборную команду. Ну и другие игроки, просто сейчас каждого из них сказать, есть молодые, которые первый раз. Но каждый старается нести свою лепту. И видно, что они от матча к матчу сейчас прибавляют. И надеюсь, что в финале будет все в порядке. Да. В этом составе насколько она будет конкурентоспособна на Кубке мира? В этом составе, чисто в этом составе, могла бы быть конкурентоспособна. В силу того, что будет уже опыт чемпионата мира, сыгранность, требовательность, знание требования и уровня международного, требования тренерского штаба, их стратегия, тактика уже будет известна, наигранность. Это плюс. Но, как мы знаем, что есть и другие ребята, которые имеют серьезный потенциал и в НХЛ, может быть, и в КХЛ, которые будут конкурентоспособны с этим составом. И это уже моему землячку, коллеге и другу Олегу решать. Да. Но в кулуарах ходят такие разговоры, что возможно в сентябре сборная на Кубок мира повезет по числам выигрыш. Вы такое слышали? Ну, это слухи. Я не сторонник обращаться к этим слухам. И это было бы дилетантство с моей стороны. В силу того, что я пропустил сезон, не работал, хотя я в хоккее и вижу, но с этой командой работал Олег уже несколько лет и знает игроков и требования. Я не вижу смысла вдруг менять одного человека на другого в преддверии уже Кубка мира. Но это нет никакой логики. Это просто запуск информационной утки, ну, чтобы разговаривать. Я предпочитаю, чтобы мы больше разговаривали, и спортивные журналисты больше обращали внимание, может быть, даже на какие-то технические, тактические моменты. Приглашали бы игроков, которые играют в третьей, четвертой линии, которые выполняют серьезную роль, но которые немножко за кадром, потому что людям всегда, ну, звезд, а что вот они думают. То есть есть очень много тем, которые были бы очень интересны простому зрителю узнать, и о чем можно рассказать, написать, пообсуждать, чем вот всякого рода вбросы, которые просто, ну, дает возможность сплетни, не более того. В прошлом году вы решили прервать тренерскую карьеру ради того, чтобы быть рядом с внуком. Как роль деда? Я, это тоже мой первый опыт. Я обучаемый. Но я очень люблю, я люблю своих детей. Вообще семья, это, еще раз повторюсь, это, она мне очень дорога, это моя ценность, самое главное. Поэтому после того, как мы завоевали Кубок Гагарина, я нашел возможность с Геннадием Николаевичем Тимченко найти компромисс, чтобы меня отпустили, хотя у меня были еще трудовые соглашения, иметь возможность понянчиться. Я мало видел своих детей, но хотя бы сейчас. А то поезд уйдет, уже его не вернуть. Это такие моменты в жизни, которые для меня очень дороги. А на конечке он встанет? Вот сын Андрей играл. Андрюшка мне, мой сын, он мне как-то звонит зимой. Пап, у нас завтра факультатив, то есть свободная тренировка, и мы там приходим, там ребята кататься, ну, по желанию. Приходи, приводи Ванюшку. Меня сейчас захватывает эмоции, потому что то же самое было с моим сыном. Он где-то с 2 лет был, ну, постоянно в раздевалке был всегда со мной. Я учил его, когда он был маленький, кататься. Это уже в Швейцарии. Да, я его брал на руки и в ботиночках еще просто давал возможность скользить по льду, катил. То есть вот это ощущение, когда ты, тебя ну, дают возможность, ты вроде на льду, и ощущения грандиозные, я думаю. Как и вот песня, помню, сильные руки отца, да? Может быть, да. И вот он мне позвонил и говорит, привози. И теперь он его взял и также возил. Но как я сказал в руководстве Готтерона, потому что сейчас вхожу в попечительский совет, я говорю, наша задача, потому что мы сейчас готовим программу, стратегию до 2025 года в клубе. Один из пунктов, я сказал, и задача семьи Быковых воспитывать следующее поколение игроков Готтерона. Ну, Уже он ощутил лед, но попозже, не нужно. Важно, чтобы завтра будет, то есть 20 мая будет ровно 1,5 года, как он родился. Ой, бегает, уже бегает, за ним не угонишься, не ходит, бегает. Пост, это сейчас пост №1 для меня. Да. Я бы хотел пожелать, чтобы у наших российских болельщиков как можно больше было радости от наших результатов. Но даже если где-то будут какие-то огорчения, они должны знать, что ребята всегда от чистого сердца и с большим желанием хотят их порадовать. Своим ребятам, когда сезон заканчивается, я всегда говорю, вы имеете одну из величайших профессий в жизни, которая дает вам возможность осчастливить в один миг миллионы людей. Это не каждому дано. Нужно пользоваться этим. Поэтому иногда иметь терпение, но знаете, что мы все вместе. И я очень счастлив и горд тому, что сейчас люди также с гордостью одевают майки российской сборной, берут флаги. Будь это у нас в Москве, в Петербурге, в Женеве, в Праге, в Париже, где бы ни были, в Квебеке, когда проходят чемпионаты мира, люди горды этим. Это тоже одна из побед, которую мы добились благодаря тому, что завоевали их доверие, наших болельщиков.